Все торгово-развлекательные центры Казахстана проверят на пожарную безопасность. Внеплановая ревизия по поручению Генпрокуратуры стартует 2 апреля. В свою очередь, предприниматели уже проявляют инициативу и демонстрируют систему безопасности в зданиях. Наши корреспонденты вызвались первыми навестить комплексы с проверкой. Под вой сирены экстренные службы прибыли на учения в один из торгово-развлекательных центров столицы. Но что-то в последний момент пошло не так. Охранники комплекса наотрез отказались спускать в здание спасателей и журналистов. Сегодня было запланировано пожарно-тактические учения на торгово-развлекательный центр «Оружан». Мы по прибытию нам здесь уже поставили известность, что нам отказали по неизвестным причинам. Как выяснилось, учения были заранее согласованы с руководством ТРЦ. Мы решили выяснить, почему мы не можем попасть внутрь, но получить внятного ответа не удалось. Действительно, у нас была договоренность с Нуроном о том, что учение должно быть проведено. Вот, в последний момент были выявлены какие-то вещи, которые вот мы не могли бы. У нас нет грубых нарушений, просто в рамках подготовки к учению, то есть мы его на самом деле не отменили, мы его переложили. А вот руководство этого торгово-развлекательного комплекса оказалось более открытым. Мы смогли попасть внутрь и проверить, насколько здание готово к возможному пожару. Сейчас мы находимся на территории детской игровой зоны. Располагается она на самом верхнем этаже. При возникновении пожара эвакуироваться отсюда можно через 6 аварийных выходов. Но вот незадача. Двери здесь с магнитным замком, и отпереть ее постороннему человеку невозможно. Как нам объяснили, двери заперты неспроста. Сделано это в целях исключения угрозы терактов. По требованиям антитеррористической безопасности должны быть закрыты для доступа непредвиденных для этого людей. Для того, чтобы обеспечить противопожарную же безопасность, в случае, когда такая угроза возникает и срабатывает сигнализация противопожарная, все двери, так как они подвязаны к системе контроля управления доступа, они автоматом открываются и выпускают всех людей наружу. Далее проходим в кинотеатр. Напомню, при пожаре в Кемерове десятки детей погибли именно в кинотеатре. Случилось это из-за того, что двери были попросту заблокированы. Вот эта дверь является противопожарным. Он выдерживает определенную температуру и не пропускает дым. А вот эта ручка является непосредственно антипаника называется. Она любой части тела, когда света нету, только задел, дверь автоматически уже открывается. В ближайшие дни предпринимателям предстоит пройти серьезный экзамен. Сегодня стало известно, что со 2 апреля по поручению Генпрокуратуры во всех ТРЦ страны пройдут внеплановые проверки. При проведении проверок в первую очередь будут обращены внимание на условия, на создание условий для эффективной и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Это первое. То есть наличие проектного количества эвакуационных путей и выходов, обеспечение свободы доступа к невозможно, открывание дверей изнутри без ключа, обозначение движения запасным путям эвакуации и дверям. Проверки будут длиться около 3 месяцев. При выявлении нарушений руководству ТРЦ отводится месяц на его устранение. В Генеральной прокуратуре сообщили, что всего планируется охватить более 1000 объектов, относящихся к высокой степени риска. Также помимо ТРЦ проверят учебные заведения. Ернур Душанов, Ермек Кенчимбек, Марат Диханбаев, Хабар 24, Астана.